где-то тут. Так. Ого. О. Да ладно, да, да это случайность, ребята. Это, да это... Да вы видели, как это так? Я на меч запрыгнул сразу. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Фокси, Бродяга, Семка, Сникерс. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Не было у нас давно Чужого на карте пиццерия, и сегодня у нас рубрика «Чужой против аниматроников». Аниматроники вооружились в полном обмундировании и готовы меня мочить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Очень хорошая нычка вот здесь сидеть и ждать, пока кто-то зайдет в дверь, и я его замочу. Ждем. Охота на Димаса начинается. Давайте, давайте, покажите, на что вы способны. А что, нам гранатометы можно использовать? Нет, нет. Надо. Дробаши и пистолеты. И автоматы. Гранатомет, ты же не умеешь им пользоваться, ты же сам себя убьешь. Так. Опа, опа, я слышу, идут. Давайте будем высматривать, к какой двери зайдут, и сразу прыгнем на лицо. Я же лицехват, убийца. Давайте ждем, ждем, ждем. Опа. Опа-па, опа-па. Слышу, слышу. Он где-то тут. Так. Ого. О. Да ладно, да, да это случайность, ребята. Это, да это... Да вы видели, как это так? Я на меч запрыгнул сразу. Молодец, Димка. Сам себя убил. Это нечестно, ты как-то, ты знал? Он где-то тут. Вот, ребята, хорошая тоже нычка. Сидим, ждем. Ой, обстоятельства, извиняюсь. В кого-то вселился он. Кого-то вселился, не знаю. Он в Семку вселился. Да ладно, 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 узнали. Мочите Семку. Конченый. Отлично. Так, на кого же мне напрыгнуть? 5, 4, 3. Он вселился в кого-то. 1, 0. Функс. И заныкался. Ну что, ребята, в этот раз я стал намного быстрее большим чужим, чем в тех сериях. Поэтому мы начинаем мочить пацанов. Так, я должен первого выследить Сереги. У Сереги двойной мощный меч. Он тут пилит полы все. Ой, я знаю, как его убить. Я знаю, как его убить. Надо встать, короче, за стенкой и за стенкой его мочить. Отлично. А ты уверен, что я зайду в дом? Да, я более чем уверен. Ждем, сейчас кто-то сюда забежит по любасу. Так, так, так. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Не заходи, отлично. Прям в пальцы мне попал. Кого он там? Отлично. Отлично. Ай, какой вкусный. Сережа, я иду за тобой. Давай поймай меня сначала. Ребята, я знал, что... Серега, ты в воздухе прям прыгал, я тебя схватил. Ты взял, короче, этот меч, да, который прыжок добавляет? Да, да. Ну видишь, он тебе не смог помочь даже в этой ситуации. Ой, какой вкусный. Ай-я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 й. Так, ребята, моя любимая нычка — это в комнате сидеть, и когда кто-то заходит сюда, всех мочить. Какой-то... Да у него мощный пистолет, Серега, ну ты же видел. Все заново начинать, Дима. А я быстро сейчас буду вселяться в вас. Он в меня вселился, походу. Нету. Опа, опа, опа. Отлично, видели, как я рандомно прыгнул? Убил, красава. Не убил. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отлично, отлично. Да я тебя убил, реально. Ты не успел, Серега, в этот раз тоже. Так, ну что, опять я стою большим колобаном. Чиник взял, короче, другую модельку чужого, чтобы он к земле прижимал, а не через стенки так хавал. Но через стенки он тоже сможет есть.
О, отлично, отличная нычка. Ой, какой вкусный. Давайте, кто еще, кто еще? Он тут. Да, конечно, я тут. Ой, Фредьку скушал, одна башка торчит. Ну, кто еще, кто? Ой, это ты зря тут ходишь, я тебя и так съем. Затащил, видели? С-под двери. Слышь ты, пулеметчик недоделанный. Я вас буду жрать. Отлично получается, отлично, мне нравится. Ну давай, давай, иди сюда. Ого, вы меня гасите. Я не могу выйти через эту дверь. Это ж как они хотят меня убить. Ого, она простреливает. Да вы чё мочите друг друга? Я стреляю, не подходит. Я Серегу съел. Вы что, не видите? Я сбоку мочу, а он не по двери стреляет. А, быстрей, 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 быстрей! У меня осталось там 6 или 7 жизней. Представляете, как вы меня хотели замочить? Нет, ребята, я живым не дамся. Я буду воевать до посинения. Но я смогу... О! Он тут! Вылез. Спасибо. Фух, меня чуть не убили. Отлично, он тут, отлично. Он тут. Он в толчке. Да откуда ты знаешь все? А! Через дверь! Да ну, Серега, ты сильно хорошо играешь. Наигранный. Я буду орать на всю хату. Ори давай! А теперь я буду, Серега, делать так, чтобы тебя убивали. А че, Серега, он-то как-то странно ходит. Ах ты, блин, увидел, как я сидел на окошке и грелся. Ну ладно, ладно, ладно. Ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй! Ну, Серега, ну ты не даешь по себе попасть. Ай-яй-яй! Ну, блин, а ну вы на меня орете. Да ты задрал, дайте убежать. Не дадим. О, отлично, хорошо, хорошо. 5, 4, 3, 2. Да ладно, я ни в кого не вселился, вы друг друга мочите. Вот это мне понравилось. Так, наблюдаем за Серегой. Серега, беги, он сзади! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Да хватит его подсказывать! Убили, убили, молодцы. Нет, он вселился, мочите меня. Вот это прикол, мне нравится. Да блин! Да слышишь? Хорошо, я буду начинать с крыши, что вы мне не даете ей шанса. Так. Крыша. Он спрыгнул оттуда. Да не спрыгивал я на крыше. Ого, гранаты уже фигачат мне. Так, надо выхватить. О, я вижу Серегу. Сережка ходит. Внимание, я же чужой, я должен охотиться на кого-то самого вкусного. Серега, на улице будь. Хорошо, у нас на месте спринтрап стоит, да, я вижу? Так, нет. Опять нас сразу путаешь, да, Диба? И я его скинул, ты представляешь? Да как вы попали? Я же там края куска в жопу вылетел. Ай-яй-яй-яй, я ты за что? А я хочу. Ой, извиняюсь. Он слился. Меня! Да ну блин, да как вы догадались? По трупу валяющему. Да ну блин, я Серега, да я же уперся прям в спину. Я услышал, как ты прыгнул. У тебя на спине щит, что ли, что я не могу запрыгнуть через спину? Бегом, меня убивайте. Он меня слился. Да блин, я уже хотел кнопку возрождения нажать. Так в смысле, а 5 секунд? Так 5 секунд же я отчитывал как раз. Ой, нет. Серега друг друга мочит, ядра. Ого, мой труп отлетел, как будто я прыгнул. Я научился от бордюра отталкиваться, видели профессионально как?
Так, ну что, кто зайдет в пиццерию, не боится? Я зайду. Ну давай. Зашел. Молодцы, молодцы. Серега, заходи. Ага. Он меня ждет. Ого. Он вселился в кого-то. Он вселился в кого-то, я слышал. Убейте. Да блин, ну 5 секунд же, я специально вслух не отсчитываю. Я услышал все, хорошо. Да вы задрали убивать друг друга. Ого, кишки из жопы. Ой-о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 й. Так, а где Серега? Я Серегу не могу найти. Да я спрятался. Да ну блин, я прям под Серегой сидел. Зачем ты убил? Я прям сидел, Серега, у тебя в ногах. А ты меня не видел. Это было эпично, мне понравилось. Да, так, в толпе прыгать прикольно. Кстати, тяжело, да, попасть, когда я прыгаю? Очень да. Тяжело. Ого, мне нравится, когда они друг друга мочат. Три, два, один, ноль. Фокси, не заметили, что я Фокси вселился, представляете? Так, давайте я килл пропишу сразу, чтобы у меня было жизней, как обычно. Дима, на крышу иди, вот там это, да. О, вижу, а вижу, есть? Вижу, сиреноголова здесь бегает. Сучара, не поймаешь меня. Что тебе так кажется? Я думаю, пора массовую чистку делать. Нет, Серега. Да. Давайте лучше на улице будем бить. А я хаваю, короче, их через крышу, представляете? Они бегают там внизу. Тебя замочили. А зараза, а иди сюда. А иди сюда. А я увалю от вас. А вы сильно мочите. О, короче, ребята. Давайте делаем так, я на крыше бомбу прячу. Я скажу, когда и вам надо будет зайти и не дать ей взорваться. Так, короче, а чужой. Да, чужой, короче, заминировал пиццерию. Все, бомба заложена. Да вы задрали, простреливать через двери. Мы не простреливаем. Так, я иду до бомбы, быстрей. Так. Пилпаки. Димас, ты даже не заметил, что я на крыше сидел. Серьезно? Да, я сидел на крыше. Ты как сказал, то, что можно использовать твои мечи? Вы сейчас бомбу взорвете сами, потому что я возле нее. Есть! Есть! Вы сами взорвали бомбу! Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Давайте я вам покажу, ребята, как надо бомбы взрывать.